Вот у Игоря Барабаша как покрывает крышу, об решетку. Вот у него разное. Это вот сено. Несчетно, немерено, богатейший край. Сколько техники у меня тут. Не могу подобраться, с какой стороны. Все железяки, железяки. По зарослям лезу, чтобы подойти поближе. И не могу подойти. Просто вся земля железом устроена. Вплотную при том. Как же так? Это богатство. Даже сдать его, и то железо деньги стоит. Кое-как пробрался. Ну еще рассказываю, ездил? Да. Сколько досок? Я записал 11 в ширину, 3 в высоту. 3 в высоту на южном. 11. Да, а да. Каждая доска почем? По 20. 20. 11. Да. 2,20. Ну, например, так и будем делать. Ну, замерил 2,27, то есть 7 сантиметров. Надо договориться, да. Игорь будет здесь, я договорюсь, самосвал этот. И на самосвале отвезут. Конечно. Надо узнать, что у нас в наличии есть. Вот что и саки тут подают. Правильно. А там наверху Никита. Это родные братья Устинова Андрея. Все пределы. Обошел, сходил к матери на могилу, помолился, малину зашел. Никогда не видал такой малины мелкой, как нынче. Прям совершенно. Давай теперь снимаю. Проехал, все. Он только почти без 5-10 начал только работать. Бульдозерист всю эту машину там свою поправлял, менял там. Ты приедешь, тогда я кое-что отправлю сюда, может быть, на маленькие мордушки. Очистители эти воздуха. Осталось, кажется, я в прошлый раз считал 16, может, неправильно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Так и стоит потом на месте. 16 первый сейчас ставит. Ну тогда я об этом заботиться не буду, так раз там ты уже все высчитал. Надо узнать теперь. Я приехал, я его не увидел, ну, искал, кое-как нашел. Кого? Зарос. Ну, сток-то этот. Сток на южном. Да, его увидел там барсука маленького, барсучонка. Ну, барсучонок. Заснял на видео, могу вам показать сейчас. Ну хорошо. Он подпустил прям меня вот так вот на метр. Бульдозерис видел, там пробежал возле него там. Видимо, гнездо задел. Но он какого-то рыжего видал или колонок. А я там или... пошел дальше, где от второго мостика, лог дальше основной идет-то. Там норы и барсущие. И они что-то прям тропа у них. Угу. Тропа пробита, как будто там корову ходит. Но видно, что не корова. А тут видишь, он оправился, я его по помету узнаю. Ну что, теперь мне поехать надо там Володя узнать, готовиться. К этому, к южному. И к южному называют Симаковский, Костровый готовит. Потому что ширина ножа у него 3,40. Ножа. А там 2 метра всего только вверху. Он должен теперь расширять. Там работы тоже много.
Это батюшка сказал, я посмотрел, действительно. Меня остановил Владимир Устинов. Но? Ну и просит, чтобы с вами встретиться. Встретились. Нет, ему. Ему встретиться со мной? Да, хочет с вами поговорить. Ну, каждый день я свободен, прихожу. Со мной не надо договариваться, приходи и все. Ну, в общем, говорит, передай Игнатию Тихоновичу, чтобы зашел. Ничего говорит, не надо, это все какая-то хитрость. Но. Ко мне вообще не надо ничего говорить. Пришел и все, а это что-то... Ну, он сказал, что. Что? Он сказал, что... На масонах попутался. Нет. Он побыл, он спросил, со вторым мостиком закончили, нет? Да. Я говорю, ну, да, уже там работаем. Он говорит, что это, говорит, хорошо сделали, все. Но это, говорит, года на три. Вот. А чтобы лет на 10, чтобы память добра осталась, нужно посыпать крупным этим гравием. Гравием, нет, он сказал. Так посыпь, у тебя пенсия в 4 раза больше моей. В 4 раза, даже я примерно догадываюсь. Даже жена не знает, сколько получает. А я понимаю, что сказать легче. Он когда-то появился на Рыжковском пруду. Я уж не хотел говорить, но раз затеяли. А в это время, вот где купаетесь-то, там лужа была, ничего не было. Приезжали специалисты из района и говорят, вы не делайте, все вас весной снесет, ничего не будет, где делали, все снесло. Я говорю, ну попытка не пытка. Он тогда пришел и говорит, вот Рыжковский пруд у вас, а там ничего не было. Ну по пояс, самая глубокая, вот такая. Ходили с бреднем-то. Вот его бы отремонтируют. Я услышал, для меня любое слово имеет значение. Я начинаю обдумывать. Я там уже вложил у него столько, ему говорю, ты будь старшим, наблюдай, где, что, как. Ни разу больше не пришел. Поневоле вспомнишь, задал вопрос. Это Виталий Калиников, Козлову, Сергею Георгиевичу, парализованному, и говорит, а как вы на Игнатия вышли? А как? Я вообще в интернете ищу, так гляжу. И гляжу, все трепачи. Одни трепачи, говорит, и вдруг нашел человека, который говорит и делает это. И ни одно слово не расходится, и меня прям притянуло к нему сразу. Ну и дальше он членом общины стал здесь, подал заявление. Ну и понятное дело, у него ни одного ролика не было, боюсь 440. На этой неделе, на той неделе я заканчиваю его ролики, все выставлять. Как он умер, я их все перекачал, как свои, и по одному выставил. Все закончилось уже. Вот. Ну и вот это, и поневоле вспомнишь его характеристику людей, с кем встречаешься. Это же самое, когда у меня была первая презентация книг, 8 книг вышло. Сейчас, кажется, 8, а может даже 4 первые. В университете выступил академик Алтайского государственного технического университета. Он проректор по учебной части Семкин Борис Васильевич, как редактор и газеты, политехник. А Савалея Тамара, она говорит, это самый умный профессор. А мне сказали, еврей он. Я говорю, ну тогда и понятно, породистый еврей. Он у нас был в общине, прям в общине был, обедали, говорили, и у нас с ним близкие отношения такие были. И он выступил и говорит, вот я считаю, когда автор, а потом встречаюсь, я вижу, это другой человек совершенно. Они лукавые, лукавят, говорит, эти авторы. А здесь, говорит, я стал считать Лапкина, встречаю, как будто я с ним жил вместе. Это все у меня записано на магнитофон, а потом перепечатано в нашей книге. То есть это не один человек говорит, а почему? А я об этом даже не думал никогда. Потому что лжец должен иметь хорошую память. Он должен помнить, как было и как он сказал. А когда ты делаешь так, как есть, мне вспоминать не надо. Сейчас не надо было смотреть дальше. Последний на этой стороне куча. Перед, где бульдозер работает на Рыжковском. И там последний жил бухта. И там сгребли и куча, и крапива. Не пройдешь, я из крапивы коридор порубил, вырвал, залез, отовсюду обдувает, я все вижу. Вышку сделал себе сейчас я там. Видишь как? А зачем это? Я не знаю зачем. Я вот снимаю, договорился. Если я бы это строил из старобрядец, тут бы не подойти. Снимать нельзя. А здесь Игорь сказал, Терентью, они мне звонят, так, новая работа. Я приезжаю. Сколько горох стоит? Грузят, столько-то. Вот, ну, что бы он ни делал, сколько заплатил, почем, где брал, у него секрета нет, ему все друзья. А почему тот не говорит подозрительность старобрядческая у них? Бегать и таиться. Главное качество – убегать и таиться. Вот они даже пенсию сказать. Вот завели какую-то скотину, я спросил, а сколько стоит дом там? Никогда не скажут.
Игорь каждый кирпич скажет где-то. Ему все друзья здесь на пенсии жизнь прожил человек, ни один не приехал за все время. Ни разу на благовестие не поехал, ни разу, когда писали 84 человека, как кто пришел к Богу в общину, он ничего не мог написать. Дом построю, напишу, ничего не написать, ложь. И написано 32-й псалом, кажется, там написано, ненадежен конь для спасения, конь. А по-славянски называют ложь, конь во спасение. То есть лживый. А говорит, ложь это конь, как на коне мы на лжи въезжаем. Как Курбан-Байрам у этих, на баране въезжают. И вот на все это посмотришь, ты как-то напомни ему, скажи, про Рыжковский говорил такие слова, что это чего ты делаешь, что-то. Вот Рыжковский бы, вот бы дело, не на один год. Теперь он сделанный, слив сделанный, сейчас работает, еще день будет работать. Это, ну, вчера только заплатил 59 тысяч. Уже. И скажи, вы говорили, а почему теперь, как вас Игнатий поставил старшим, и вы ни разу не пришли, нынче даже шкурили, когда свай, а свай запита там 400 с лишним нынче. Ни разу не пришли даже пошкурить. Почему? Вот эти вопросы, это... И ты поймешь, что Козлов был прав, давая характеристику людям. Одно трепащество везде. Хоронят друг друга заживо. А мы мертвым стараемся дать жизнь. Да? Разрушенное, да. Говорят, это село вам вот отрежут, и дальше эти пруды не ваши, не наши. Что дальше? А теперь дорога как трактовая. А посыпать бы гравием. Да здорово было бы асфальт положить, миленький мой. Так и сделай это. Вот эта вот дорога от храма и спуститься вниз. Я 232 тысячи заплатил за него, за гравий. За щебень. 232. У меня пенсия сейчас 8141 рубль 33 копейки. И вот сказал хорошие слова. Я их услышал. Исполнил и пришел ему и говорю, все. Вчера прошел вдоль Рыжковского и посчитал, примерно на 100 березок, ну там больше, я так средний кинул, 70 засохли, 30 живые. Они в воде все оказались. Мы подняли там, раза в 4 увеличили площадь. Там птицы новые, утки. Я туда рыбы нынче 700 карасей только запустили. Игнатий Тихонович, а вот я на Южном был, и нету пруда-то. Что случилось? Нету. Снегу нынче не было и нету. А ему они откуда? Он от снега, да? А он ниоткуда. Угу. Он от снега. Там талая вода получается. Открыть нельзя, потому что он на ровном месте искусственно выкопанный. Угу. И через него ничто не протекает. Если его протекало, то... А он на одном уровне. Углубить его дальше стал тонуть. Бульдозер нельзя и... Ну, лужа. Но когда вода, это, снегу много, там дети купались, им вот так вот было. Даже Игорь Дубнов купался, ему по грудь было. Ну ты видишь, где и вода шла через слив. А там-то сколько до воды-то? Нету ничего, будем ждать. Володя там два запора сделал, чтобы вода не вытекала. Но она не вытекает, но она и не втекает тогда. А как сделать, чтобы втекала? Пока не знаем. Потому что сток, который идет с поля, идет мимо там рядом. Как его повернуть? А там внутри околка, колка. Там никак, там... Просто ждать хорошей зимы. Ну, поехал я. Давайте, с Богом. Посмотрю сейчас, что там Володя готовит. Володя сейчас на огородчике поливает. А, вон как. Ну, ладно, я поехал тогда туда. Ты в обед не забывай нас покормить. Угу. Пошел я. С Богом.